20 ноября в Сергиево-Посадском районе проводится День правовой помощи детям. С 10 до 17 часов в понедельник в здании отдела ГИБДД на улице Инженерной прием проведет начальник отделения по делам несовершеннолетних Екатерина Горькаева. В это же время в ОМВД юридическую консультацию детям и их представителям окажет кабинет правовой помощи. Телефоны для справок. Отдел по делам несовершеннолетних 540 15 16, кабинет правовой помощи 540 51 24.